Ну что, Массандра нам подарила 4 дня выходных. И мы пошли в поход по каньонам. Значит, герой это Катя, Маришка и Витек где-то ходит, ищет воду. Наверное, в кафе. А может, на источник пошел, хрен знает. Вообще, сегодня у нас план дойти до горы Бойко, подняться по тракторской тропе наверх. Ой. И еще раз спуститься, подняться. Короче, жесть сегодня будет, 15 километров. Маришка, ты готова? Двум подъемом? Один подъем я уже преодолела, я встала. В сумме 1000 метров получится. Готова, что? Чё? Медленно хоть как. Да. Ну что, стартанули мы. Только вверх. Так, это Штангенская тропа. Она делится. Она делится на Боткинскую, которая уходит направо. И тракташка, которая уходит в сторону Ай-Петри. Вот. Я не сам себе, я своим подписчикам. В прошлый раз мы гуляли налегке туда, вот, в сторону этой поляны сказок. Сейчас идем наверх. 600 метров. Высь. Еще выходим на обзорочку. Фу. И она же развилка троп. Бывает, иногда с тропы сходишь, приходится вот так вот ползать. Не первый раз я уже ухожу не туда. В общем-то, мы быстро ориентировались. Тут ближе до тропы, чем мы там обходили. Идем потихоньку. Сейчас будет родник. Катя боится, что мы его прошли. Ну вот же он. Родник. Тут такой, воды до хрена, залазишь, набираешь, вот, без проблем. Вот, а дальше родник будет только наверху, там будет колодец, что лучше набрать как бы здесь, наверное, почище, если такое. Отличный родник. Холодненькая. Так, ну что, мы уже подходим к этим тракторским стенкам. Вот, пока их не видно, скоро сейчас уже выйдем. Тропа интереснее начинается. Вот всякие красоты главные. Начинаются тракторские стены. Это лестница, которую я потерял. Фу, сейчас будет вся красота. Еще ползем. Перила помогают. Хочу сказать, последний такой рывочек. Почти мы наверху. Вознаграждение за подъем. Сейчас мы слазим на одну эту ступенечку. Вид там посмотрим с ней. Отсюда. Thank you.
наша тропиночка. И выйдем вот там. Куда, вниз или здесь? Ну что, вот мы выползаем к указателю. Это символизирует подъем наверх на Яйлу. По плану это было место. По плану мы должны ночевать были здесь вчера, но мы не доехали, потому что транспорт, все такое. Наконец-то мы дошли. Придется еще отсюда пехать. Наш путь лежит на гору Лыса. Где-то километра 3 осталось. Вот так вот по полям. Посидели мы на Лысой горе. Подожди, музыка какая-то. Барабан какой-то играет. Все как надо с музыкой. Перейдем на стоянку Башдера. Еще 4 километра. Начался активный спуск к стоянке Башдера. 3 километра. Там у нас будет хороший такой обед. А вон стоит олень. Прикольно. Не боится, главное. Нет, это олень чистейший. Видно? Бывают косули всякие. Да. Привет. Ку-ку. Кто это? Ой, кто это? А ты кто? Что, сидим мы? Стоянки поели, где надо воду поискать. Кабаны тут всякие бегали. Кабаненок. Мама не пришла, к счастью. Так что сейчас пойдем искать воду. Ну что, нашли тут рядом куру Узи называется. Вот родник. Приходить сюда лучше с кружкой, потому что так что течет дальше внизу. Уже там писает мальчик. А тут вот можно было бы набрать хорошо. Ничего, вот нас наш последний подъем. Взбираемся на гору Бойко. Вообще это массив Бойко называется, типа место силы, все дела. Вот. Но мы идем на Сатиру, где там хороший вид. Такой там плато. Чем будем там ночевать, воду с собой взяли. О, еще там есть развалины храма Христа Спасителя. Вот такая там иконки стоят, что такое. Все, выбрались мы наружу. Последние подъемчики тут у нас. Ну что, как ваше ощущение? Очень легкий поход. Рекомендуем с детьми, с маленькими. А что у вас лицо такое красное? А там баня. Там просто внизу есть баня, мы попали. О, вот это, я понимаю, поход. Бани стоят всякие тут. Ну. В общем, Сатира оказалась не та гора. Это я тупанул, думал, что это что-то не то оказалось. Надо идти к Бойко, короче. Там тропа обрывается у обрыва. Так что мы сейчас фигарим обратно. Где-то 2,5 километра. За полчаса добежим. Что? Финишная прямая. Уже как роботы подходим. Чисто дойти.
Успел я на закат, все нормально. О! Ну что, вот мы и на месте. Чьи-то тут это. Ну, человек явно на закате. Тусуется. Не могли же это все тут бросить, правильно? Просто так. Я думаю, здесь кто-то есть, просто он на закате. Все, идем искать место. Нормально, кто-то постарался. Заканчивается день, тоже люди тусуются. Сейчас пойдем туда, вот. Там постоимся на поляночке.